Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас про уход. Итак, поехали. У нас с вами два очень интересных продукта от Bio Beauty. Вы знаете, как я люблю этого производителя и обожаю их минеральную чистку для лица. А сегодня у нас серия Elite. Мы с вами будем начинать с биочистки серебряной. Я вам покажу все поподробнее. Все так классно, аккуратно приходит упаковано. Есть мерная ложечка. Вот такие вот красивые баночки с порошочком. Это натуральные продукты, потрясающие составы. Я уже ознакомилась, я вам тоже поближе покажу. Составы просто нереальные. Вот такая большая инструкция в каждой коробочке. Про действие, про состав, про все, про все, про все. И... нам с вами понадобится кипяток, почти кипяток. Применение. Развести водой до состояния мокрого песочка, нанести на влажную кожу. Продолжительность для кожи лица, в том числе для области век, не растирая, 60 секунд, 2-3 раза в неделю перед нанесением крема или маски. Так, не растирая, так. Для кожи тела даже можно, представляете, 10-15 минут, и для кожи головы 15-20 минут. Это универсальная, абсолютно универсальная биочистка серебряная. На все что угодно можно. Слушайте, обязательно попробую для кожи головы. Подходит для ежедневного использования в качестве умывания. Что-то типа уптана, мне кажется, да? Хотя немногие знают даже, что такое уптан. А здесь у нас с вами не нужна горячая вода, поэтому мы берем баночку. У меня это будет вот такая крышечка, ну, потому что удобно на один раз разводить, да? Открываем с вами баночку аккуратненько, потому что это все-таки порошок, который не имеет абсолютно никакого запаха. Минеральный. Продукт ложечкой зачерпываем, кладу в эту крышечку и разводим водичкой. Можно, кстати, все это дело делать и в ладони. Но мы с вами в этот раз в баночке замешаем до такого, до состояния жидкой сметаны, скажем так. Так, теперь наносим на лицо, хоть и не втирая, но по тому, как моя кожа реагирует на чистку, Bio Beauty, мое любимое, я могу сказать, что я растираю. И это тоже будет крутая чистка. Я чувствую, кто любит, как я, такое, знаете, обилие частиц. Это оно. Здесь их много, они мелкие, они шероховатые. Класс, вообще супер. Я такие продукты обожаю. А то, что он натуральный, делает его вообще... еще лучше. Да, это что-то, вот если кто-то знает, что такое уптан, да, это что-то типа уптана, но с обилием частичек. То есть продукт, у которого в составе просто чего только нету. Циолит, обогащенные ионами меди, серебра и цинка, соль пищевая, калий, морская соль, бикарбонат натрия, натуральная морская осадочная соль. И еще одна соль, соль мертвого моря, тальк, озерная соль рапа. В общем, это чистка, прям чистка. Класс. И на веки обязательно. Много-много частичек, знаете, такой соли мелкого помола. И она очень шероховатая. То есть, если у вас кожа прям чувствительная-чувствительная, то мы наносим и оставляем. Не трем. Да? А если вы любите уход, как я, то мы делаем с вами вот так. По массажным линиям. Сейчас как все отшелушится. Слушайте, для тела тоже будет шикарно. Я обожаю. Помассируем по массажным линиям. Оставлю, наверное, еще минуточки на 3. А потом уже буду смывать. Вот так это все дело выглядит. Особенно Т-зону. Там, где есть пигментация. Все, оставлю минутки на 3, даже на 5. Похожу так, смою и будем смотреть. Вот так высыхает на лице. Прошло, ну, 5 минут, наверное, поэтому я буду смывать. А дальше у нас маска. Маска у нас разводится в воде температурой не менее 70 градусов. Поэтому я предварительно налила горячей водички в эту крышечку. Разводим до состояния жидкой кашицы, равномерно распределяем на коже лица и шеи, включая область вокруг глаз, включая. Видите, время экспозиции 15-20 минут. Маска не должна высыхать, смачивать пальцами или из пульверизатора. Угу. Это у нас с вами анти-эйдж уже уход, антивозрастной, омоложение, экспресс-регенерация, 26+, растения-минералы. Тут состав вообще у маски обалденный просто. 100% натуральный продукт для любого типа кожи. Помогает бороться с возрастными изменениями, уменьшает глубину морщин, синтезирует, стимулирует синтез коллагена, эластана. Так, защищает, тонизирует, увлажняет, выравнивает кожу, укрепляет тонкую, зрелую кожу, уплотняет дерму. Вот это, кстати, тоже очень важно. С возрастом кожа истончается. Так, разводим.
вскрываем баночку. Баночка у нас аналогичная. А здесь уже есть какой-то травянистый запах, но здесь... Ой, зачем разговаривать вот в такую вещь? Хвощ полевой, плоды моркови, черемухи. Тут что только нет. Фенхель, радиол розовый, липовый цвет, крапива, одуванчик, укроп, полынь, эфирное масло пачули. Здесь состав, девчонки, вообще просто шикарный. Так, добавляем, пока вода у нас с вами не остыла. Я добавлю 2 ложечки, пока я посмотрю. Даже 3, наверное, воды много налила. Посмотрю, что будет. Так, теперь размешиваем. Я для этого использую зубную щетку. Замешиваем, замешиваем, замешиваем. Так. Нет, густовато. Густовато. 3 ложки. Это я, конечно, переборщила, потому что в горячей воде она прям как бы, ну, набухает. Пойду еще добавлю. Вот, а теперь нормально. Немножко добавила. Но в то же время не хочется, чтобы она была очень жидкой. Тогда ее неудобно будет наносить на лицо, да? Сейчас приятную тепленькую масочку будем наносить. Ага, она имеет запах. Запах такой минералов. Кстати, после чистки, там мы с вами не поговорили, у меня прям-то зона вся красная. Поры идеально чистые. Мне даже нравится еще больше, чем минеральная моя любимая чистка, честно. Хотя она тоже крута, но здесь еще больше частиц идеально чистой кожи, матшуши и все, что только можно. У меня эта зона вот тут прям красная. Нереально гладкое лицо. Чистое. Все вообще вещь. Просто красота. Если вы любите такое вот качественное очищение, то это прям песня. Так, наносим масочку. Да, запах есть. Так. Здорово. А маска у нас омолаживающая, поэтому сейчас и состав богатый, там и липовый цвет, да, мы сейчас посмотрим. Она должна немножко подуспокоить кожу, я так думаю, после вот этого всего, после чистки. Так, красота. Тепленько и так приятно. Навеки. Чтобы не обляпаться. В зеркало смотрю. Так. Так. Даже много развела. Слышите, в следующий раз прям 2 ложки за глаза. Расход у нее маленький. Тепленькая такая приятная. Так, и нам нельзя с вами застывание, да? Поэтому будем мочить в процессе. Все, вот так оставляю. Вот тут побольше немножко. Все, отличненько. Ходим 15-20 минут. Маска периодически подсыхает. Я осмачивала ее вот таким спонжиком. Это удобнее по мне, чем пульверизатором. Для чего мы с вами это делаем? Любая маска, которая подсыхает, она начинает влагу из кожи вытягивать. Да? У нас маска с вами, наоборот, омолаживающая. Она не должна вытягивать из кожи влагу, она должна ее, наоборот, питать. Так, все, 20 минут уже прошло, смываю. Слушайте, ну очень круто. Мне безумно нравится. Такой румянец. У меня ушли утренние мои отеки, потому что мы наконец-то закончили ремонт, мы мало спали, мы ели ночью, потому что приходилось иногда только, кофту попачкала, была возможность только покушать ночью, да, и я просыпаюсь такая всегда опухшая, и сегодня в том числе, и вот то, что мне надо было восстановить кожу, да, после всех вот этих мытарств, отеки ушли вообще под глазками везде, на лице класс, румянец, свежая, лоснится вообще кожа, здоровье, мне очень нравится. Я в восторге. Слушайте, линейка вот эта Elite вообще потрясающая. Что линейка предыдущая, которую мы с вами тестировали, с чисткой и маска тоже с лифтинг-эффектом обалденная. Bio-Beauty только радует вообще. Я довольна прям на все 100. Прекрасная кожа, она идеально очищена, идеально чистые, узкие поры. Кожа лоснится здоровьем. Слушайте, мне очень нравится румянец, свеженькая, на ощупь вообще просто. Мы отшелушили все, что только можно, напитали ее на ощупь просто вот бархат. Что мы с вами будем делать дальше? У нас с вами утренний уход как бы. Мы с вами будем применять тоник. Протонизируемся слегка. У меня океаном гиалуронка, в который перелита гиалуронка. Тоник гиалуронка. Так, и кремушек. Сначала сыворотку с коллагеном активно использую. 10.75 мне очень нравится. У нее расход такой маленький. Ее прям надо совсем чуть-чуть, много вот даже я, опять как всегда. Неудобно, сыворотка лучше была бы с тоненьким носиком, дозировать не очень удобно. Сейчас кожа после такого ухода съест вообще все моментально, потому что она очищена, она готова впитывать любые средства. Вообще круто, мне очень понравилось. Так, и крем запечатаем с вами все это дело мы мезоботоксом, тоже из этой же линейки, 78-80. Сыворотку уже кожа съела, все, хотя обычно она у меня немножко подольше впитывается. Вот лучше бы сыворотка с таким носиком тоже была.
было бы гораздо удобнее. Красота. Да, давно у меня кожа такой чистой не была. Вообще супер. В зеркало смотрю и восхищаюсь. То, что отеки все подсогнались. Вообще супер. Все. Вот теперь красота. Супер. Замечательно. Все впитывается моментально. Я вам уже много раз говорила, если кожу хорошо очистили, все на этой коже будет работать. Даже крем за 20 рублей. Будет работать, будет впитываться, кожа будет съедать. Если вы кожу не очищаете, покупайте крем за 10 тысяч, он у вас не работает, вы жалуете себя, какой плохой крем. Надо подумать, пересмотреть очищение свое, да? Поэтому я всегда именно за качественное очищение. Это очень важно. Все, все впиталось, кожа все съела. Класс. Вот такой у нас сегодня с вами обзор получился. Надеюсь, вам было интересно. Ссылочки на BioBeauty оставляю под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.